40 незрячих и слабовидящих тюменцев приняли участие в первом областном инклюзивном фестивале настольных игр. Он прошел в реабилитационном центре «Родник». За столами команды из 18 муниципальных районов Тюменской области. В каждой по 3 человека. Все активности на логику, реакцию, смекалку, внимание и скорость. Это известные многим настольные игры, но адаптированные под незрячих. Ну, головой надо немножко подумать. То есть это... Ну, можно сказать, чуть-чуть полегче шахмат. Чуть-чуть. А так тоже надо и ходы продумывать, то есть тактику какую-то разрабатывать. Победители в командном зачете получили дипломы и призы. Первое место заняла сборная команда слепых и слабовидящих из областной столицы. Сегодня выражают желание многие именно начинать развивать у себя в регионе вот эти настольные игры. Они захватывают. Вот если садишься за эти игры, ну, мне кажется, уже трудно встать. Спасибо, конечно, нашему правительству, департаменту социального развития, потому что все вот такие реабилитационные мероприятия у нас проходят при поддержке департамента.